Всем привет. Значит, пытаемся сейчас настроить звук, чтобы при записи кубика нормально звук работал. Сейчас я записываю Zoom H1 и на камеру. Так, надо сейчас перефокусироваться, чтобы поближе было. Не на мне фокус был, а на камере. Вот, значит, Zoom H1 подключен. Специальный кабелек, который подключен к наушникам. То есть я себя сейчас сам слышу, что я говорю. То есть я могу слышать вот такие всякие шипящие звуки, которые при записи не заметишь и уровень даже не покажет. Так что давайте вот еще вот такую штуку попробуем. Сейчас сразу, чтобы качество звука оценить. Итак, вот. Надо же поближе маленько сесть. Очень удобно. Звук сразу для кубика становится лучше. Всем привет! Кубик с вами. Сегодня мы отправляемся в Синие горы, в Сиднее. Погнали! Вот так вот, конечно, очень хорошо все работает. Осталось только кейджик прикупить, чтобы как-то вот так вот его поставить. Ну, кабель этот очень полезный, конечно, оказался. Потому что, когда я себя могу слушать, это очень-очень-очень помогает со звуком. Потому что уже были такие ситуации, когда я на улице кубика записал, и потом пришел домой и открываю, и там звук вообще никакой. Пришлось заново все перезаписывать. А так я могу себя слышать. Очень полезный сетап. Всем спасибо. Пока.